Яркие, чистые краски, лаконичные, обобщенные формы и выразительные мазки. Выставка «Палитра дней» димитровградского художника Игоря Гашева открылась в картинной галерее музея Аркадия Пластова. Палитра. Одно в этом слове. Это не только предмет, но это уже стало неким символом. Например, вы знаете такие выражения, как «палитра», «Омбе», «палитра», «Мане». И здесь тоже, когда Игорь Анатольевич сегодня привез свои утром работы, палитра Гашева, она здесь у нас тоже образовалась. Художник не отдает предпочтения определенному жанру. На его полотнах угадывается уникальный оттенок вневременности, когда сложно определить точное время суток. Сумерки, изображенные на картине, можно принять за полуденную тень перед грозой. Художник-гуманист с большой любовью относится к человеку. Герои его портретов – близкие и друзья. С доверием смотрит с полотен на зрителя. Характером живописец наделяет не только людей, но и домашних животных. Сколько знаю я, Игоря Анатольевича, это трудяга, очень скромный человек, незаметно трудится, но плодотворно работает. Четверть века Игорь Гашев отдал детской художественной школе Димитровграда. Под его чутким руководством она прочно закрепилась в топе лучших художественных школ Ульяновской области, что подтверждает многочисленные победы воспитанников школы во всероссийских и международных конкурсах. На выставке «Палитра дней» награда нашла героя. Игорь Гашев получил благодарственное письмо от лица Творческого союза художников России за высокий уровень мастерства, верность сохранению культурных традиций в изобразительном искусстве, профессионализм и вклад в развитие Ульяновского регионального отделения. Вот эти вот сборы, на которых я присутствую, они так немного дали. Я так увидел, как надо, оказывается, работать, как я работал и как надо работать. Ну вот, то есть большое спасибо всем окружающим о том, что вы меня научили. Большое спасибо всем окружающим, что вы помогли мне выставиться. И здорово, что вы приехали ко мне, и такие улыбчивые все, и добрые. Я смотрю, и мне радостно. Прикоснуться к творчеству художника-гуманиста просто. Насладиться эстетикой палитры Гашева можно до 10 сентября в картинной галерее музея Аркадия Пластова.